10 марта глава Курагинского района Любовь Заспа приняла участие в совещании, которое в режиме видеоконференц-связи провел с главами территории губернатор Красноярского края Александр Ус. Губернатор поручил главам создать оперативные штабы в городах, районах края по аналогии с недавно созданным краевым штабом. Они должны в ежедневном режиме изучать ситуацию с ценообразованием, обеспечением продовольствием, медикаментами и важнейшими услугами в муниципалитетах, оперативно решать возникающие проблемы. Губернатор края подчеркнул, мониторинг различных отраслей показывает, что ситуация в нашем крае стабильна на текущий момент. Предприятия работают в штатном режиме. Запасы продовольствия и лекарств имеются на складах в достаточном количестве. Поставки товаров не вызывают особых опасений. Разъясняйте людям, что если вы пришли в аптеку и там чего-то нет, то это может быть совершенно тривиальная ситуация, которая регулярно случается и в обычное время. Не довезли, не успели. Разобрали и так далее. Никаких серьезных проблем в части лекарственного обеспечения в крае не существует и не будет существовать на ближайшую перспективу. На совещании была обозначена необходимость выполнения всех социальных обязательств, выплата заработной платы, выполнения программ развития, строительства и ремонта объектов. По-прежнему на контроле правительства края стоит вопрос противоэпидемической безопасности. В регионе сняты некоторые ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, но продолжается вакцинация и ревакцинация, так как только эти меры способны остановить пандемию.